Здравствуйте, дорогие ребята и уважаемые взрослые! Любите ли вы сказки? Любите ли вы сказки так, как их любим мы? Верите ли вы, что каждый из нас может переступить невидимую границу, оставив за спиной ежедневную унылость и оказаться во власти чудес и волшебства? Пришло сказочное время, которого ждут все на свете — Новый год. Даже те, кто уже перестал верить в чудеса, каждый раз с замиранием сердца надеются на новогоднее чудо. Нету никакого настоящего Деда Мороза. Сказки под Новый год, чудеса, Дед Мороз — все это выдумки. Я сам вчера видел, как мама подарки под елку прятала. А скажут, Дедушка Мороз принес. Все думают, что она маленькая. Чудес на свете не бывает. Ой, а что это сейчас было? Кто это? Да-да-да, кажется, я понял. Это же те самые мальчишки и девчонки, которые перестали верить в чудеса, а верят только интернету. День и ночь проводят время за компьютерами, планшетами. Ай-яй-яй-яй-яй, как же нехорошо получается. Здравствуйте, мои дорогие снежинки-красавицы, елочки пушистые, снеговики-озорники. Что мне теперь делать? Что мне делать? Дети совсем перестали верить в меня. Они забыли, что такое настоящее волшебство. Кто забыл, дедушка? О ком ты говоришь? Как это? Почему? Не может быть! Как же так? Кто? Как кто? Дети! Они говорят, что меня не существует, и что чудес не бывает. А ведь я самый, что ни на есть, настоящий Дед Мороз. И чудеса у меня настоящие! Я настоящий, хоть и грустный Дед Мороз. Сижу в печали, хоть такой же красный нос. Вы чудо ждете? Нет, нет, вы не ждете и писем не шлете. Почти вы совсем позабыли вы меня, огорчили вы меня. Вам сказки не милы, совсем их забыли. Ох, ох. Ох, дети совсем перестали верить в чудо. Им теперь интересны лишь телевизоры, интернет, компьютеры. А как же сказка? Вы чудо ждете? Нет, нет, вы не ждете. Вам гаджеты мира милее всего.
позабыли вы меня, огорчили вы меня. Вам сказки не милы, совсем их забыли. Вам сказки не милы, совсем их забыли. Ла 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 ла. Ох, 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 ох. Славно, славно. Осталось совсем немного, и я буду властелином не только виртуального, но и реального мира. Ха-ха-ха-ха-ха! Молодцы, детишечки, так держать. Ну а тебе, старый, пора уже понимать, что в век технологий и гаджетов твои сказочки никому не нужны. Эй, все гаджеты вселенной, проучите этого наивного старика и вселите в него неуемную страсть к компьютерным играм. Эх, ну вот еще одно письмо с такой же просьбой. Здравствуй, Дедушка Мороз, у нас проблема. Наша подружка Наташа не верит в тебя. Ей только... Да что тут? Ей только 5 лет, а она утверждает, что это все выдумки для маленьких глупых детей. И никаких чудес не бывает. Дедушка, помоги. Сделай так, чтобы Наташа поверила в новогодние чудеса. Мочи! Та-та-та-та-та-та-та-та! Обходи, обходи! Давай еще! Давай! Их тут давай! Ну, маленько же осталось!
Здравствуй, Дедушка Мороз! Да погоди ты, у меня еще 5 монстров осталось! Надо их уничтожить! Так я не понял, прислать ли снеговика за мешком с подарками? Ну, заяц, все испортил, а я только до 3-го уровня дошел. Вообще-то я кролик, символ года. Дед Мороз, так ты что, подарки не приготовил? А кому надо, тот пусть и готовит. Мне что, больше всех надо? А как же дети? Они же ждут твоих подарков. Слышишь, Мороз Иванович? Заяц, не мешай мне в игру играть! Я кролик! Эх! Ой, беда-то какая творится! Как же ребята без праздника будут? Ой, беда! Давай! Эх! Ну, ничего не выходит. Как застрял на 3-м уровне, так и подняться не могу. О! Вспомнил! Надо к волку пойти. Он в такую же игру играет. Посмотрю, как проходит. Эх! Дед Мороз, куда он ушел? Ой, что-то мне не по себе. Странный он какой-то стал, неправильный. Правда, ребята? Ой, беда. Ребята, вы не видели, куда пошел наш Дедушка Мороз? Туда? Ой, спасибо, побегу я, догнать его надо. Догоняй! Тоже мне символ. Я символ любого года. Отныне и навсегда в меня верят дети. Пока ты догонишь Деда Мороза, он уже будет совсем другим. Игры в сети затягивают моментально. Сейчас я превращу Деда Мороза в злого и страшного Деда Замороза, который воплотит все мои виртуальные планы в реальном мире. Он научит вас ненавидеть, потому что я, Кибернет, должен править миром. Новый год хотите, детишечки? Сейчас вы его получите! Где сестры, где братья? Эй, сестры, братья! Где сестры, где братья? Скорее сюда собирайтесь, друзья, на нашу поляну в лесу. Скажу вам по секрету, я Новый год жду. Мы красавицы, цы-цы-цы. Проказницы, цы-цы-цы.
Все вот говорят, что мы зло. Нет, нет, не зло, не зло. В прошлом все осталось давно. Не зло, не зло. В прошлом все осталось давно. Да, 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 давно. Йоу, слово долгожитель — это про меня. Вы только посмотрите, здесь моя братва. Йоу. Люблю вкусно покушать некислых щей. Что, не узнали меня? Я Кощей. Богаче всех в этом лесу. Денег не жалею я на еду. Здесь мои подруги и друзья. Нечисть лесная, вот моя братва. Эй, сестры, эй, братья, где сестры, где братья? Нечисть лесная, давай зажигай. Баба Яга, не отставай. Юмора лесная, ну-ка подпевай. Лиха одноглазая, давай, давай. Эту вечериночку нам раскачай. Без Нового года и до нас дом родной. Елочки греют ока. Поганки, мухоморы, с болота вода. Да! Это угощение для нас. Наслаждение для нас. Будет сегодня жарко в лесу. Леший уже к нам спешит. Что ж, готовьтесь, люди, вас ждут чудеса. Поете? Поем. Весело вам? Жуть, как весело. Стоите. А теперь падайте. Сейчас. Еще чего? Что произошло? Что случилось? Что? Что я сейчас видел? Вы не поверите. Ну и что ты видел? Я видел Деда Мороза. Он видел Деда Мороза в волшебном лесу, да еще зимой. Надо же! Это нервы-то зачем панику поднимать? Да, но ведь этот Дед Мороз, он не Дед Мороз. Ну, в смысле, он Дед Мороз, но очень злой. А, не злей меня, Пуди! Злее, злее, еще как злее! Он теперь не Дед Мороз, а Дед Замороз и сказал, что всех вас заморозит. И теперь... С Новым годом не услышим мы, с новым счастьем нет, не скажем. Как же страшно стало нам в лесу. По лесу иду и песенку пою, спиннер я кручу и мухомор жую. Все кручу и мухомор жую. Тут выходит мне навстречу Дед Мороз, но не Дед Мороз он, а страшный замороз. Я страшнее никого не видел. Спрятался я под кустом тогда. Заяц страшно злой, с ним всегда. Наш лес они хотят в лед превратить. Нельзя такое допустить. Нет! С Новым годом не услышим мы, с новым счастьем нет, не скажем мы. Как же страшно стало грустно нам в лесу. Что же вы стоите, слушайте?
слушайте меня, расскажу сейчас вам то, что видел я. Тут ужасное у нас творится. Замороз жуткий такой, страшный, а его помощники злые, призлые. Я так испугался, что аж мухомором подавился. Я сидел в кустах и не дышал, хотел уж было к вам убежать. Зайчище этот злой меня поймал, еле-еле удалось бежать. С Новым годом, не услышим мы, с новым счастьем, нет, не скажем мы. Как же страшно стало, грустно нам в лесу. Как же страшно стало нам в лесу. Как же страшно стало нам в лесу. Ой, ужас, какой кошмар. А ты ничего не перепутал? Может, это какой-нибудь Санта-Клаус был? Да нет, это был Дед Мороз. И зайчище с ним. Во! Страшный! Что же делать? Тут какое-то колдовство заморское, невиданное. Нам нужна помощь! Да кто ж нам поможет? Мы злодеи! Ого! Бежать надо. Я за вещами! Это наша сказка! Это наш волшебный лес! Я не уйду отсюда! Никуда! Эх, и я не уйду! Как же без меня будут мои мухоморчики, буреломы, коряги? Я тоже остаюсь! Во! Фу, на вас с ума сошли совсем! Вы представляете, что он с нами сделает, если со своими зайчатами такое вытворяет? Что, не идете? Не идете? Нет. Ладно, я тоже остаюсь. Ой. Так что делать будем? Что делать? Помощь нужно звать. Нас он когда и добреньким был побеждал, а сейчас и подавно. Да кто ж нам на помощь придет? Мы столько пакостей натворили, нам никто не поможет. Мне тут один мухомор знакомый на ушко шепнул, что Деда Мороза заразил какой-то до ныне неизвестный волшебник каким-то вирусом. Я знаю! У Деда Мороза грипп! И мы его... А давайте узнаем у тех, кто о нас ничегошеньки не знает. Слыхала я, что в заморских странах есть какие-то супергерои. Может, они нам помогут. А ты знаешь кого-нибудь из них? И знать не хочу. Но я знаю тех, кто знает. Кто это? Признавайся! Не томи, Якуся! Да разуйте глаза! Вот же они, деточки, что в зале сидят! Детишки, поможете спасти нам волшебный лес и сказку? Подскажите, каких вы знаете супергероев? А ты записывай, Кикимора, записывай! Супермен! 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 Кого? Человек-паук! Человек-паук! Бэтмен! 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 Кто? Кого знаешь? Черепашки-ниндзи! Черепашки-ниндзи! Кого знаешь? Что? Питер Пен! Питер Пен говорит! Что, не слышишь? Ну что? Как там? Кто? О, хватит, я думаю! Питер Пен! Спасибо, детишечки, спасибо! Молодцы, детишки! Лиза! Всё? Вернись. Так, Кикимора, у тебя самый приятный голос.
Иди и обзвони всех этих супергероев. Посмотрим, помогут ли они нам вообще. Да как же я их обзвоню? У меня нет их номеров. Вот тебе волшебный телефон. Он сам звонит тому, кто тебе нужен. Сотни лет живу я в замке без людей. Я добрый, обаятельный, я дедушка Кощей. И зачем вам дети? Это Дед Мороз. Не Дед Морозом вовсе, а Дед Страшный Замороз. Он Кощей бессмертный, много ему лет. Живет в лесу дремучим, сильнее его нет. Богатый, всемогущий. Не знаю я проблем. Достану все и всех я, и подарки без проблем. Я сто лет себя томился, я сто лет не веселился. Победим мы все злодеев, будет праздник здесь у нас. Нам даже звезды светят ярко, не оставим без подарков. Надо просто постараться слово деда вразумить. Я сто лет себя томился, я сто лет не веселился. Победим мы все злодеев, будет праздник здесь у нас. Нам даже звезды светят ярко, не оставим без подарка. Надо просто постараться слово деда вразумить. И Тимора лесная, и бабушка Яга. Со мною братец леший, они все мои друзья. Вот лихо тоже рядом, готовы к бою мы. И разные приемы все готовы применить. Я сто лет себя томился, я сто лет не веселился. Победим мы все злодеев, будет праздник здесь у нас. Нам даже звезды светят ярко, не оставим без подарка. Надо просто постараться слово деда вразумить. Я сто лет себя томился, я сто лет не веселился. Победим мы все злодеев, будет праздник здесь у нас. Нам даже звезды светят ярко, не оставим без подарка. Надо просто постараться слово деда вразумить. Кикимора идет. Значит так, Супермен улетел на Криптон. Человек-паук простыл. Железный человек поехал к бабушке праздновать Рождество. Для вызова Бэтмена нужен какой-то специальный сигнал. А черепашек-ниндзя вообще не пускают в Россию из-за санкций. Нам никто не поможет. И не надо! Не нужны нам эти заморские черепахи-пауки! Однозначно! Да! У нас свои гении имеются однозначно! Да! Которые в компьютерах разбираются лучше, чем вся эта нечисть! Нечисть? А мы-то кто? Мы правильная нечисть, сказочная, лесная! А если эта тварь заморская, так однозначно! Пшик! Пшик! Так кто гений, Яга? Говори уже! Ай! Да есть тут у меня один знакомый! Правда, он не очень будет рад нашей встрече, но ничего не поделаешь. Случай-то особенный. Так, Кикимора, а ну покажи свою новомодную штучку. Ого. Включай, а ну. Посмотрим, чем там занимаются Маша и Витя из Нового Царства. А что это за штука? Включай, что это там? Смотри, ну ты что-то зарядку не ставишь. Вот и настало время познакомиться с Машей и Витей. Смотрите, с какой радостью и вдохновением Маша украшает елочку, потому что она верит в сказки и чудеса, а Витя в них не верит. Вот и сидит целыми днями со своим планшетом. А ведь когда-то они вместе спасли Снегурочку от злого Кощея, преодолев множество неизведанных опасностей. Что же будет на этот раз? Какие еще приключения их ожидают? Об этом вы узнаете. Ну, впрочем, давайте смотреть дальше. Опять.
Что ты, Маша, все время за мной ходишь? Куда я, туда и ты. Влюбилась в меня, что ли? Ты чего? Вот еще придумал. Влюбилась? Да кому ты такой нужен? Все с компьютером своим возишься, довозишься. Вокруг себя больше ничего не замечаешь. А чем тебе мой компьютер не нравится? А какой от него толк? А такой. Я тут на днях программу одну придумал. Хочешь, покажу? Ты и придумал. Небось, интернета скатал. Нет, в интернете такого нету. Моя программа необычная. И что же в твоей программе такого необычного? Смотри. Ну как, класс? И ничего, не класс. Плохая твоя программа. Ты чего? Почему это плохая? Да под такую музыку Дед Мороз танцевать не будет. Да если бы он это увидел, он бы, наверное, обиделся на тебя. А ты что, до сих пор веришь в эти сказки? Ты думаешь, что Дед Мороз на самом деле существует? Конечно, существует. Ты забыл, что было в прошлый раз, когда мы Снегурочку спасали? Ты мне не враг. Я с тобой же дружу. Чуда больше не жду. Я тебе докажу, я тебе докажу. Ну давай, Дед Морозу мы напишем письмецо. Он придет к нам и подарки принесет. Что сидишь ты, наступает Новый год. Хоть желание загадай. Мы с тобой, бой, столько раз спасали сказку. Мы с тобой, бой, побеждали злые чары. Чудо есть, есть в нашей жизни. И немало, ты поверь мне. Так ты мне не враг. Я с тобой же дружу. Чудо больше не жду. Я тебе докажу. Чудо в сердце твоем. Только ты лишь поверь. Волшебство вокруг нас. Просто приоткрой дверь. Ты мне не враг. Я с тобой же дружу. Чудо больше не жду. Я тебе докажу. Чудо в сердце твоем. Только ты лишь поверь. Волшебство вокруг нас. Просто приоткрой дверь. Всегда ты достаешь меня. Смотри же, вот программа моя. Для чего мне Новый год? Без чудес не нужен он. Лучше буду за компом. Ты мне не враг. Дружим уже давно. Верю чудо, ну как? Сказки нет все равно. Уходи, не мешай. Здесь работы полно. И в мечтах не летай. Мы не дети давно. Ты мне не враг. С тобой же дружу, чудо больше не жду. Я тебе докажу, чудо в сердце твоем. Только ты лишь поверь, волшебство вокруг нас. Просто приоткрой дверь, ты мне не враг. Я с тобой же дружу, чудо больше не жду. Я тебе докажу, чудо в сердце твоем. Только ты лишь поверь, волшебство вокруг нас. Просто приоткрой дверь. Ничего себе! Послание из сказочного леса. Смотри, Маша, да это же Баба-Яга с дружками. Ага. Дорогие Маша и Витя. Караул! Помогите! Дед Мороз теперь Дед Замороз! Заразился каким-то вирусом! Целыми днями в компьютерные игры резался! А потом озверел! Ходит тут, всех стращает! Грозится Новый год отменить! И всех заморозить! Срочно приходите в сказочный лес! Ваши незабвенные друзья! Баба-Яга, Кощей и Дыр. Кто Идыр? Я не Идыр. Я тоже не Идыр. И я не Идыр. Все понятно. Это колдовство кибернета. Этот злой гений запустил вирус Дед Мороза. Ой, Витя, что же нам теперь делать? Какой ужас! Без паники, Маша! Мы немедленно выезжаем! Ага. Скорее, скорее! Они уже спешат! Ой, Кикимора! Пойдем скорее! Нужно встретить их достойно! А то еще вспомнят старые обиды!
Да ладно, Якуся, большие они стали, позабыли уже все. Главное, чтоб костюмчик сидел. Ну а мы пойдем им навстречу. Да. А то кто-то ненароком захочет им помешать. Да. Ты что, Кощей? А если опять эти страшилы нам на пути попадутся? А ты что, испугался? Трусиха, зайка серенький. Ты что, Лиха? Какой зайка? Какой серенький? Там зайчища во! Не боись, Леха! Мы его! Все, хватит болтать! Вперед! Нечисть очень боевая и про нас. Пленники нечистые ведут рассказ о том, как ночи ясные, о том, как дни ненастные. Мы гордо, мы смело в бой идем. О, неугомонные! Нету антивируса против моих вирусов! Никто вам не поможет, дурни дремучие! Хозяин, хозяин! Они же правителю говорили! Помнишь вирус по имени Троянский конь, который до нас был? Это же он его грохнул за минуту! И носом не повел. Что? Это опять он? Запомни, вирус. Главное, чтобы они до сервера не дошли. Ну как? Надо их разлучить и... Кого? Стереть! Да! Форматировать! Да! Вот ты и пойдешь. Я один. Я не могу. Я слабый. Все мои бойцы на морозах ушли. Тут вон какая силища нужна. Вы, ваше килозлодейшество, пирата пошлите. Он их мигом заманит и разлучит. Ну-ка напомни, где у меня пираты служат? Все пираты, ваше мегаподлейшество, живут в самом темном уголке интернета. Зовется это место Darknet. А главный... У них Торрентус. Да, и сервер наш охраняют очень даже толковые стражи из Даркнета. Срочно вызывай Торрентуса! Пусть немедленно остановит эту парочку! Ла-ла, ла-ла-ла. Ла-ла-ла. Вот тут я их и подожду. Притворюсь больным. Они же добренькие, сразу клюнут на мою уловку. А потом я их в игры заманю. Да так, что забудут, куда идут и как их зовут. Только вы не выдавайте меня. Когда уже этот сказочный лес начнется? Ой! Не знаю, Витя. Иду. Давай уже поторопимся, а то заморозит всех Дед Замороз. Да мне бы только до этих вирусов добраться. Уж я им тогда... Ой! Кто здесь? Ой! Стой, Маша! Не надо к нему подходить. Может, мы уже в сказочном лесу, а тут всякое может быть. Витя, нужно помогать ближнему. Где-то я его уже видел. И кто здесь ближний, еще понять нужно. А этот разлегся посреди леса. Подозрительно это. Может, он заразный. Может, у него ковид. Никакой у него не ковид. Ну почему ты такой недоверчивый? Видишь, человеку плохо. Вам плохо? Кто вы? Чем вам помочь? Да сидеть! Я шел вдруг в горле... Пересохло, в глазах потемнело. Может, водички? Да, было бы кстати, да. Витя, давай. Давай. Держите. О!
Полегчало. Спасибо большое. И сейчас я вас отблагодарю. Мы вообще-то торопимся. Как торопитесь? Вы же не хотите меня обмануть? Я же вам вас отблагодарить хочу. Вот. Наслаждайтесь! Где это мы? Куда мы попали? А? Мне страшно! Мы в виртуальной реальности, Маша! А это кто? Они такие странные и страшные! Это игроки из виртуального пространства! И кажется, они хотят убить нас! Надо снять эти очки! Ха-ха-ха! Не снимите! У них замок электронный! Маша, пока просто закрой глаза, чтобы не видеть нападающих! Я что-нибудь придумаю! Закрыла! Придумает! А я вас сейчас возьму! В такую игру помещу! Будете всю жизнь от чудищ бегать! Главное задание выполнить! Ой! Какое задание? Кто вас прислал? Я понял! Ты Торрентус из Даркнета! Ха-ха-ха! Забыл добавить! Я самый главный и самый знаменитый пират Даркнета! Такой уж и знаменитый! А я вот, например, ничего про тебя не слышала! Как это не слышала? Это я помогаю кибернету рассылать программы и заражать вирусы! Вот, у меня и медали есть! Вот! Я так и знал, что это проделки кибернета! С закрытыми глазами далеко не убежишь! Нужно как-то отсюда выбраться, как-то эти очки снять. Включай мозги. Надо ему логическую задачу загадать. У него нет своего процессора. Скорость сети медленная. И если его озадачить, то мы сможем выбраться. Что вы там шепчетесь? Вот обсуждаем, насколько главный и знаменитый пират умен. Есть пара задач, с которыми никто никогда не мог справиться. А ты сможешь? Конечно смогу. Загадывайте. Витя, давай. Ты водитель автобуса, который едет в Москву. Одно колесо не крутится. Пошел дождь. Вопрос. Какой был номер у автобуса? Какое колесо не крутится? И как звали водителя? Завис, кажется. Сейчас VR снимутся. Витя, ну и задачку ты загадал. Даже я не смогла отгадать. Очень просто. Пошел дождь, из-за этого номер автобуса был мокрый и крутилось запасное колесо. А так как я ему вначале сказал, что он водитель автобуса, то водителя звали Торрентус. Пошли отсюда, Маш, пошли. Что? Где? Кто? Опять! Ой! Внимание! Чужой! А! 300 лет живу в этом лесу, а его не видел? Надо его ликвидировать! Стой! Помогите, люди добрые! Ты кто такой, потлатый? Помогите! Не поможем! Кем подослан? Ой! Не скажу! Так! Кибернетом! Цель! Остановить Витю и Машу! Зачем? Ой, чтобы не дошли до Деда Мороза! Зачем им нужен Дед Мороз? Он дорогу знает! Куда? Не скажу! Ах ты! В пещеру главному серверу! Лиха! А что? В этом сервере такого! Не скажу, не знаю. Ай! Смерть кибернета, смерть! Где? Где дорога к серверу? Не скажу, не помню! Нужен пароль! Какой
пароль! Забыл! Ладно, скажу! Замороз наоборот! Замороз наоборот! Кто вы такие? Лиха! Лиха, помоги! Это что? Пирог с яблоками. Ты же людей ешь. Но не к чаю же. А ты уверена, что в новом царстве так одеваются? Не сомневайся даже. А не веришь? Я один модный журнал тебе покажу. Бурда морда называется. О. Опять. Говоришь ты мне, это модно, посмотри. Говоришь ты мне, это классно, раз, два, три. Леди, я точно знаю, в тренде. Поверь, ты будешь в тренде. Сегодня супер бренды, не веришь мне? Бэйби, я вовсе не капризна. Подряд знаю, про моду все я знаю. Тебе я отвечаю, я строго отвечаю. Не лезь ко мне, скоро прибудут, очень скоро. Но Маша светит скоро, встречать их хлебом, солью. Ведь мы должны. Обе бесподобны, на многое способны. Когда две рядом бомбы, то случается бум. Скоро здесь будут наши гости. Скорей поправь прическу. Мы модные, мы звезды в лесу родном. Скоро здесь будут наши гости. Скорей поправь прическу. Мы модные, мы звезды в лесу родном. Я Гуся. Зачем пластическую операцию сделала? А шо? Может, я в шоу-бизнес подамся? Какая теперь с таким носом из тебя нечисть? Тебя никто бояться не будет. Ща как дам! Ой, а что это? Вы что, заболели? Модно, говорит, откуда ты знаешь? Я модно. Здравствуйте, гости дорогие! Проходите, я вас накормлю, напою, да спать уложу! Еще попросила на лопату присесть, чтобы в печь легче засунуть было. Не надо, спасибо! Один раз вы нас уже накормили, напоили и спать уложили. Да так, что мы еле ноги отсюда унесли. Да, было дело! А говорили, что детей любите, и даже мухи не обидите. Да ладно, ну пошутила я, Гуся, с кем не бывает. Ой, деточки, простите вы меня, черт попутал. А кто старое помянет, тому глаз долой. Теперь ей наши глаза не нравятся. Ну ладно, Витя, бабушка извинилась уже. Что? Бабушка? Бабушка, говорите! Эх, не те времена сейчас! Ответили бы они мне за бабушку тогда! Хватит! Хватит махать руками! Ой. Лучше расскажите толком, что тут у вас происходит! Ой, деточка! Понимаешь, Деда Мороза нашего заколдовали! Когда? Как это случилось? Машенька! Машенька! Вот они! Хватайте их, ребята! Бежим! Что же делать? Я не знаю!
Ах так, ну вы у меня поплатитесь. Я сейчас самого Деда Замороза позову. Он вам покажет. Не хочет подчиняться моим приказам. Кто ты? Я Дед Замороз. А зачем ты всех замораживаешь? Я не хочу допустить Новый год. Пусть все замерзнут, раз не верят в сказки. Все и все будет заморожено. Все время добреньким быть. И тишина в разных из зверушек голуби. Праздники и смех раздражают меня. Новогодней сказки не бывать никогда. Лишь рукой махну снегом, замету снегом. Все в лесу накроет белым полотном. Посохом ударю, в лед превращу. И великий холод на всех напущу. Заморожу, чтобы из сердец ушла доброта. Новый год вам не придет никогда. Чтобы сказку забыть навсегда. Уничтожу. Будете служить заморозу всегда. Слабости и мягкости ведет обратно. Буду я злым и жестоким всегда. Перестанет радость приходить в дома. Будете унылыми и грустными всегда. Лишь рукой махну снегом, замету снегом. Все в лесу накроет белым полотном. Посохом ударю, в лед превращу. И великий холод на всех напущу. Заморожу, чтобы из сердец ушла доброта. Новый год вам не придет никогда. Заморожу, чтобы сказку забыть навсегда. Уничтожу. Будете служить заморозу всегда. Я злой Дед Замороз. Сначала весь лес заморожу. Потом города и села пойду. И всех заморожу. Знают тогда детишки, как жить без сказки. Ах так! Ты меня достал! Это не Дед Мороз! Это Дед Замороз! Это не Дед Мороз! Это Дед Замороз! Это не Дед Мороз! Это Дед Замороз! Нужно скорее его размораживать. Но как? Не боись, Кикимора! Мы с Кощеем пароль знаем! Давайте уже быстрее! Я вам что, балерина? Забыл! А ты помнишь пароль? Нет, Кощей, ты что, у тебя мозги жиром заплыли? А сам-то, сам-то! Как можно было забыть? Забыть-то? А может, у ребят спросим? Давай, давай, Маш. Может, они помнят? Они? Да! Ребята, какой пароль назвал бессовестный Дарментус? Как? Как? Леша, иди, непонятно. Узнай! Какой? Понимаю. Дед Мороз. Замороз, наоборот!
Замороз наоборот. Да. Замороз наоборот? Да. Давайте попробуем. Давайте попробуйте. Замороз наоборот. Попробуйте. Попробуем, давайте. 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 Три, четыре. Замороз наоборот. Да как будет наоборот? Кто? Маша! Маша! Наоборот буквы надо. Они говорят... Они сказали... Замороз, наоборот, думай! Да, да нет! Да, Маша! Они сказали отмороз! Лёш, ты чё? Да какой отмороз? Ну они сказали! Зоромаз будет! Зоромаз! Ребята, Зоромаз! Давайте, три, четыре! Зоромаз! Ох, ой, что со мной? Где я? Дедушка, это тебя злой кибернет заразил вирусом. А если б не дети, мы б не смогли бы отгадать пароль. Ого. Ой, Морозушка, ты дома? Все хорошо. Славно. Ну ведь нужно торопиться, дедушка, с этим кибернетом разобраться. Да. А что хочет этот кибернет? Хочет стать властелином не только виртуального, но и реального мира. Он хочет лишить всех праздника и веселья. Ну-ну, этот ящик с проводами лихо замахнулся. Что лихо? Не лихо? Вот же я. А ты-то тут при чем? Молчи, зелень болотная. Я не зелень. Лёша, они прям злой. Да погоди ты, тут такие дела творятся. Так-так, этот кибернет должен ответить за все. Ой, что? Ой, дедушка, ой, что с тобой? Садись, дедушка, садись, садись. Что случилось? Да он пока в сети играл, да в лесу зверей гонял, много сил потерял. Нужно их как-то восстановить. Я знаю, лучше всего восстанавливает силы вкусный наваристый суп. Какой еще суп? Нет, у нас времени готовить. А может быть каши с маслицем? Ой, на кашу тоже времени нет. Что еще? Давайте быстрее, быстрее. Кажется, я знаю. Дедушке нужно дать энергетик. Ты что, с ума сошел? Энергетик твой сил прибавит на полчасика, а отнимет на год вперед. Да-да, энергетики — это плохо. А что тогда любит дедушка? Вспомнил! А? Что? Он любит новогодние песенки. Точно. Дети, вы знаете новогодние песенки? А ну давай все вместе! И в лесу родилась елочка, а в лесу она росла, зимой и летом стройная, зеленая была. Ну что, дедушка, лучше? Ну что? Все? Недостаточно, нужно еще спеть. Ребята, давайте еще. Маленькой елочке холодно зимой. Ой! Из лесу елочку взяли мы домой. Наконец-то! Спасибо вам, мои лесные друзья. И вам спасибо огромное, ребята. Сил я набрался на весь год. Ну ведь рано спасибо говорить, дедушка. Нужно с этим кибернетом разобраться. Я с интернетом, конечно, на «ты», но мне понадобится команда. Желающие есть? Я! Ой. Все мы вместе, мы команда. Кибернету скажем мы и пойдем с тобой.
вот качай, что ты умеешь. Я бессмертный. Такой же силой ты владеешь. Самой энергетической. Что же это означает? Я зарядчик. Ты за это отвечаешь? Да, конечно. Все это классно. Да. Но недостаточно. Да. В бою противника. Лихо рули. Я сумею победить. Очень классно могу бить. Все мы вместе. Мы команда. Кибернет. Лихо, ты идешь со мной. Да! Ну а я как быть со мной? Ха-ха! Что умеешь, братец, ты? Я? Убежишь на полпути. Нет, ведь я особенный. Ты? Я не такой, как все. Ты? Я приспособленный. Дорогу я найду, кибернету приведу. Все мы вместе. Мы команда. Кибернету скажем мы отбой. И пойдем с тобой. Команда собрана, друзья. Идти нам всем давно пора. Кощей и Лихо, Леший путь. Великие дела нас ждут. Мы команда. Ну, ну и я, конечно, пойду. Нет, дедушка, ты мне в другой роли понадобишься. Я сейчас твой аватар в приложении пропишу. Ну-ка. Ты мне такой силы будешь обладать. Штучки там свои. Так-с. Сейчас, так. Ну-ка. Ой. Ага. Что? Что это? Витя, а мне что делать? А нам? А вам, девушки, идти вместе с Дед Морозом к нему в терем. Ой, и правда. Мне помощь не помешает. А я пока пойду в лесу порядок наведу, деревья инеем покрою, чтобы им теплее стало. А вам, мои дорогие помощницы, вон туда тропинка выведет прямо к моему терему. Хорошо, дедушка. Ступайте. Ну и мы пойдем, Витя. Все, пошли. Нам пора в бой. Давай, Витя. Вперед. Ну, дедушка. И вот, наконец, цель близка. Бойся, коварный кибернет, не будет тебе пощады за твои злодеяния. Виданное ли дело превратить нашего доброго Деда Мороза в какого-то игрока компьютерного, а потом еще и в злодея бешеного? Друзья уже в пути. Ну что? Да как найти этого кибернета? Сюда, сюда. А ни один сервер придется хакнуть. Стоп! А? Что это? Вирус поймал. Какой? Он меня поймал. Это я вас поймал. Смотри, как я умею. И что там? Это тот самый вирус, который аккумулятор миксажает. И что теперь? В сеть не смогу выйти. А ну дай сюда! Ну как? Ничего себе, отлично! Даже прога не сбилась. О! Ну Кощей! Тихо, смотри! Вирус! Ну что? Да тут все пути-дороги как-то запутанные. Пути-дорожки, ты сказал? Да. Ведь это моя забота, ты забыл? Я думал, ты только в лесных разбираешься. Да нет же, я проведу и проложу везде пути. Ты не сомневайся. Давай. А детишки мне помогут, да?
А ну давайте правой ручкой проложим дорожку. Раз. И левой ручкой. Два. И вперед проложим. Три. И теперь похлопаем. Ну что, Витя, видишь? Ничего себе. Ой. Леша, куда ты путь проложил? Детишки, мы не туда проложили. Кто это такие? Я не знаю, Витя, кто это? Что? Не встречал нас еще? Чайник. Это тебе? Мы лихие интернет-тролли. Занимаемся распространением провокаций. Лихие, говорите. Это мы сейчас посмотрим. Лихо тут только одно. Это я, а не вы. Да. Дохлики. Да. Давай, лихо. Бей их. Да. Вот так. Да. Ой. Витя! Чё, сделай что-нибудь, у меня не получается! Сейчас! Сейчас что-нибудь придумаю! Лихо сзади! Окружают! Окружают! Ой, это где? Почему у меня не получается? Осторожно! Сзади! Что ж такое? Так! Ну, сейчас мы... Давай, Лихо! Вот так! Еще один осталось! Ура! Молодец! Ты лихо, молодец! Ура! Молодец, лихо! Таким лихим оказалось! Спасибо! Ну что дальше? Что теперь? Так, а теперь главное... Аватар Деда Мороза почти добрался до главного сервера! Есть! Сейчас начнется битва! Вы готовы к битве? Давай, Витя! Все! Начинается. Давай! 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 Давай, Витя! Давай, давай, Дед! Витя, давай! Что ж ты, Витя? Нет! Ай, нет! Дедушка! Это все! Давай! Давай, 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 давай! Давай, снежками! Вот, 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 вот! Это сыпа! Давай, Витя, придумай что-нибудь! Я сейчас думаю! Так! Давай, молодец! Ой, вот тут! Давай, давай! Давай, Витя, есть! Есть! Нет, он вырывается! Мешочек с травами. Небось, опять спрятал к себе в закуток. Привык там у себя в загранице целый день чаи гонять. Май дарлинг, там, в Бостоне, я кофе больше пил. Ой-ой-ой, кофе он пил. Так ты ж 300 лет уже здесь, а все никак не забудешь свои забугорные замашки. Как же там было все very beautiful. Чё? И чё ты тогда обратно возвернулся, а? Замерз там у себя в Европах? Понял, что нету в мире места лучше нашей России. Нету, милая, нету. Лучше России, только сама Россия. И уж соскучился по картошечке с селедочкой. Ой, да тебя никак не мог забыть, май дарлинг. Ой, заладил. Дарлинг, дарлинг, чё обзывайся? Лучше чайку подай. А где наш Санта-Клаус? Дурачина ты иноземный! Обеда свое! Деда Мороза Санта-Клаусом обзываешь! Все, с этого момента запрещаю тебе говорить иноземные слова! Понял, дарлинг? Не сердись, моншер! Я это по привычке. Нахватался билиберды всякой! Дарлинг, моншер, рок-н-ролл какой-то! Нет, чтобы казачок и Гитлер капут! Усё! Ух-ха, 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 казачок, ух-ха, ух-ха.
охлаждаемся с тобой. Ой, ой, давай для Дед Мороза сюрприз мы приготовим. О-о-о. Станцуем, казачок, наш заводной. Ух, чтоб было больше страсти, чтоб все достичь фантастии. Кузьминична, готовься, Ливен май. Я готова, и ты, Кузьма, скорей, слова не отставай. Ну? Ай, дарлинг, битте, дритте, начинай. Конечно, он же сам нас направил. А мне кажется, что он не здесь живет. У него должен быть дворец, полный подарков и чудес. А здесь... А ты забыла, зачем мы сюда пришли? Порядок навести, подарки разложить. А, ой. Ой, что угодно, граждане. И вообще, нечего под стол стучать. Good morning, dear friend. Я вас приветствую. Ой-ой-ой. Мадам, вылезайте и накрывайте на стол. Хватит people пугать. Надо их накормить, да чаем угостить. И кто вы такие? И что потеряли здесь, а? Здравствуйте. А вы кто? И куда вы попали? Туда вы попали, туда. Деду Морозу. Кто мы? Кто мы? Домовые мы. И представлены дома охранять. А не кормить кого ни попадя. Так и мы сюда не есть пришли. Нас сюда направил Дед Мороз. Вот именно. Ой. Дед Мороз, говоришь? А сам дом куда запропастился? А дедушка в лес пошел порядок навести. А ты кто такая будешь? На наших сказочных не похожа. Да я одета не по-нашески. Тоже из-за бугра, что ли? Ну что вы, бабулечка, я и вправду не сказочная, но в сказку верю и сказочным героям помогаю. Ой, сразу видно, добрая девочка. Хорошая да пригожая, лицом светла, речами мила. А ну-ка, Кузьма! Проводи эту девицу-красавицу к сундукам с волшебными нарядами. Ух ты! А вы чего столбом стоите, а? Помогать пришли, вот и за работу. Вон, мишки с подарками пустые, наполнить нужно. Теперь порядок привести. Вот, ой. О, это мы с удовольствием. Чё стоишь, зелень болотная? Я не зелень. Я Кикимора, персонаж сказочного эпоса. Кикимора обычная. Я? И вовсе не обычная. Да, ты совсем даже обычная. Ничего подобного. Завидуете вы. Кикимора болотная. Я. И праздники люблю я.
да-да, станцую здесь охотно. Костями погремлю я. Кикимора лесная, я-я, девчонка озорная, да-да, люблю шутить, смеяться, всяко забавляться. А теперь повторяем все за нами! Ручки выше! Рам-пам-пам, в болоте очень долго я жила. Рам-пам-пам, еще выше, ребята, я не вижу вас! Рам-пам-пам, молодцы, молодцы! У нас с вами дела. Метель завьюжила. Рам-пам-пам, к вам пришла я, отогрелась. Рам-пам-пам, наплясалась и напелась. Рам-пам-пам, и на целый год осталась. Ой-ой-ой-ой. 300 лет грущу в болотах, да-да, в девках засиделась я. Я-я, как замуж мне охота. Ручки выше, ручки выше, ребята! Мы вас не видим! Молодцы, молодцы, активнее! Но пришла холодная зима. Рам-пам-пам, какие-то у нас с вами дела. Ой-ой-ой-ой, метель завьюжила. Рам-пам-пам, к вам пришла я, отогрелась. Рам-пам-пам, написалась и напелась. Рам-пам-пам, и на целый год осталась. Так-так. Это что тут происходит? Кузьминишна, разве так гостей встречают? Кузьминишна! Это кто такой умный выискался, а? Как хоть... Ой, Морозушка не признала. Сейчас все исправишь. Ачтва, ачтва. Ох, что-то воины наши задерживаются. Все ли в порядке с ними? И точно! Где наш родименький Кощеюшка? Сгинул неравный битве с Дюниси. Ой, Лешенька, мой родименький, где же ты? Дедушка Мороз! Стёрт кибернет со всех серверов! Постановлению не подлежит! Ура! Ну вы молодцы! Эх, только какой с этого прок, если дети все равно не верят в меня? Маша! Снегурочка! Здравствуй, внученька! Здравствуй, дорогая! Здравствуй, дедушка! Девочка. Раз я из обычной девочки сказочной Снегурочкой стала, то чудеса существуют, и дети снова поверят в сказку и в нас! Пока спрячьтесь все! Куда? Ой! Куда спрятаться? Смотрите! Ой, куда это я попала? А что со мной? А ты кто такая? Я Снегурочка, а вы в тереме Деда Мороза. Красивая какая. Деда Мороза не существует. Как это не существует? А я тогда кто? Я ведь самый настоящий Дед Мороз. И сейчас я вам это докажу. Посох мой волшебный, помоги! Символ!
символ года ты к нам приведи! Вот и я. Ребята, вы меня узнали? Кролик я. Символ 2023 года. Дед Мороз настоящий. Да, они все настоящие. Конечно, настоящие. А вот ваши самые настоящие подарки. Помните, что Дед Мороз любит вас. Да, да. И всегда буду любить. Даже когда вы станете взрослыми, я все равно приду и подарю той горячо любимой сказке, в которую вы поверили в детстве. Дедушка придет морозным, чистым ветерком в лицо, мягкими пушистыми хлопьями снега. Он придет искристым льдом и веселыми снежными горками. И пусть откроется сердце каждого, и впустят они в себя сказку, и хоть чуть-чуть станут счастливее. Всем на свете, наконец, нам напомнить нужно. Ежедневно 100 чудес совершает дружба. Важно только не забыть, как ответ с решением. В жизни каждый должен быть добрым и волшебником. Чудеса случаются, и мечты сбываются. Ведь каждому из нас небо дарит шанс. Не закрывайте вы глаза, ведь нужно верить в чудеса. Не сидите за компьютером, дети. Очень плохо долго виснуть в интернете. Станут словно знак вопроса ваши спинки. А из глаз польются жгучие слезинки. Выходите вы на улицу скорее. И с друзьями пообщайтесь веселее. Сколько в мире интересного, смешного. Ни в одном компьютере нет такого. Ну теперь я всем друзьям расскажу, что Дед Мороз есть, и он настоящий. Нет, просто так не поверят. Надо сфоткаться. А ну давай. Ага. Это очень добрая и поучительная сказка, правда? Казалось бы, сюжет довольно незатейливый, но в этом и прелесть. Сказка учит простым и понятным истинам. Быть добрым, помогать тем, кому нужна помощь. Научиться отличать зло под маской добра. Не предавать друг друга, ценить дружбу. И тогда все ваши мечты обязательно сбудутся. С Новым годом! С новым счастьем! Ура! Дорогие друзья, новогоднюю сказку вам представил театр песни и танца «Звезда надежды» Сони Килофян. Роли исполняли Дед Мороз и Дед Замороз, Сурен Бабаян, Снегурочка и Маша, Розалия Кардашьян, Витя, Владислав Дагалдиан, Лиха, Екатерина Евруян, Кибернет и Леший, Вартан Манучарян, Кикимора, Мария Евруян, Баба Яга, Жанна Баласанян, Кощей, Михаил Евруян, Кузьминишна, Изабелла Кардашьян, Кузьма, Владислав Евруян, Главный вирус, Анастасия Бабиян, Тарентус, Владимир Сикизян, Кролик, Саркис Акопян, Зайчище, Давид Сардарян, Старшая хореографическая группа, Любовь Чебичан, Ольга Джиликян, Любовь Тирацуян, Кристина Шегиян, Младшая хореографическая группа, Людмила Нарлусинян, Мане Сребикян, Марианна Мирзаян, Георгий Петросян, Дети. Люба Харахашян, Артур Габриелян и Зара Акопян. Мы не прощаемся с вами, а говорим лишь до свидания. До свидания, до новых встреч!